На линии готовится выйти 11 новых автобусов. Их новгородское ПТП приобрело за свой счет, чтобы усилить парк техники, работающий в Великом Новгороде и Новгородском районе. Парк пополнили 11 новых автобусов. Два из них будут обслуживать городские маршруты с малым пассажиропотоком. Это машины средней вместимости, рассчитанные на 80 человек. Синие красавцы соответствуют всем современным требованиям пассажироперевозок. В них и зимой не замерзнешь, и летом будет не так жарко. Машина укомплектована для городских перевозок, комфортабельный кондиционер стоят. Ну, навигационная система ГЛОНАСС, слежение автобуса, где он передвигается, тахограф для режима труда и отдыха водителя. Ну, как вы видите, это общедоступная среда для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Остальные 7 автобусов будут работать по Новгородскому району на пригородных перевозках. И еще 2 отправились в Малую Вишеру. По сути, это привычные всем пазики, но также оснащенные системой ГЛОНАСС и тахографом. Интерьер тоже немного изменен, но главное, что в салоне увеличено количество обогревателей. Двигатель питает газ-метан, поэтому одной заправки хватает на целый день работы. На сегодняшний день средний возраст подвижного состава на этом предприятии составляет 2,5 года, что это очень большой, хороший показатель на всем северо-западе на сегодняшний день, но это касается пригородных. Вообще, в целом, с 2017 года и на сегодняшний день, ну, наверное, порядка 45% мы обновили подвижной состав, который задействован именно в районах. К концу этого года автобусный парк новгородского ПТП пополнится еще раз, только на этот раз уже машинами большой вместимости, которые будут обслуживать самые загруженные маршруты города. Артем Забралин, Олег Федоров, новости, Новгородское областное телевидение.